мы сейчас едем примерно в 130 километрах от Кракова на юг, с Варшавы на Краков. Заночевал возле небольшого городка. Трасса отличная. Вот такие пейзажи очень, ну не очень, но немного напоминает мне трассу Е95, которая вот если от Киева ехать ближе туда к Одессе, примерно такие же краевиды, только чуть более холмистая тут. Вот. Но по природе напоминает. Для истории решил небольшие такие краткие видосы трассы, дороги, вот обстановки вокруг, вот этого всего природы записывать просто для таких познавательных целей. Ну и детям будет интересно посмотреть. В этих краях конкретно я вообще первый раз. То есть так, чтобы спускаться на Краков из Варшавы, этого я еще не делал. Даже студенческие там эти школьные годы, во всех таких автобусах в Словакию, когда ездили, мы ездили другими маршрутами. Вот, все.